вначале сотворил Бог небо и землю, и населил Он небеса светлыми ангелами, дабы они восхваляли Его. Самыми прекрасными из детей Его были близнецы Алексиэль и Рассиэль. Но оба они согрешили. Рассиэль возлюбил сестру, как не следует брату, но Алексиэль запечатала его в сердце земли, ибо был равен он ей по силе. Сама же Алексиэль восстала против небес, выбрав сторону врага. В конце концов, поверженная Алексиэль была наказана. Ее тело было заморожено, а душа обречена бесконечно перерождаться в человеческом мире. Одна из таких реинкарнаций – юноша по имени Сетсуна. Братик, все же будет хорошо? Будет же, да? Oh,
теперь все будет хорошо. Похлопаем, похлопаем, похлопаем! Нас вернули 2007-й.